Для того, чтобы быть самозванцем, для этого нужно зваться. Сейчас вот самозванцами себя обозначают, ну, буквально все, кто пришел на какую-то деятельность или сразу после получения образования, или сменив несколько работ, вот, и говорит, ну, что-то у меня ничего не получается, вот я тут 3 месяца поработал. Конечно, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, когда набор ваших знаний не соразмерен сложности задачи, с которой вы сталкиваетесь, вы испытываете, естественно, для любого неофита, человека, который только входит в профессию, только начинает практиковаться, фрустрацию. Вы пошли, начали что-то делать, еще ничего, вы ни бельмеса не соображаете. Вот. И это нормально. Понимаете, нет ничего хуже уверенности и в собственной правоте, и в собственном знании, там, и так далее. Это же превращает жизнь в тоску. Индюшка, лучше всего чувствовать себя перед самым концом, так сказать, уверенный. Ее столько времени кормили, все сделали хорошо, любят. Только жизнь полностью доказала свое совершенство, как наступает День Благодарения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так что давайте учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин.